Свинка Пеппа. Я свинка Пеппа. Это мой маленький братик Джордж. Это мама свинья. А это папа свинья. Свинка Пеппа. На пляже. Пеппа с семьей едут на пляж. Пеппе и Джорджу нравится на пляже. Как много вещей. Главное, ничего не забыть, когда будем уходить. Зонтик, сумка, полотенце, ведерки и совочки и мячик. Хорошо, перед тем, как пойдете играть, надо намазаться кремом. Солнце печет. Пеппе и Джорджу надо намазаться кремом от загара. Давайте поиграем в мячик. Получается. Какой хороший пятнистый мяч. Джордж, кидай мяч, а я буду ловить. Джордж, лови. О боже, Джордж слишком маленький, чтобы поймать мяч. Ничего, Джордж. Хотите с папой поплескаться в море? Хотим, папа. Отлично, надевайте на рукавники. Вот так. Тебе очень идут на рукавники, Джордж. Теперь моя очередь. Вот. Теперь поиграем в воде. Ура! Вода холодная? Она очень теплая. Осторожно. Ты первый начал, папа. Может, хватит брызгаться? Папа, мне нравится на пляже. Пеппе и Джорджу нравится на пляже. Всем нравится на пляже. Пеппа, Джордж, дать вам ваши ведерки с совочками? Давай, мама. Папа, папа, мы зароем тебя в песок. Ну? Пожалуйста, папа. Ладно. Пеппа и Джордж зарывают папу-свинью в песок. Осторожно! Вот! Теперь не убежит. Мне припекло голову. Принесите мне шляпу. Ну, скажи, пожалуйста. Принесите, пожалуйста. Да, сейчас, папа. Спасибо. Теперь я немного посплю. Джордж, построим замок. Пеппа и Джордж строят замок из песка. Наберем песок из ведерка. Вот так. Перевернем ведерко вверх дном и постучим. И снимем ведерко. Как просто. Замок из песка. Как просто. Еще один замок из песка. Пеппа, Джордж, пора домой. Ничего не забудьте. Проверим, ничего ли мы не забыли. Полотенце, сумка, зонтик и мячик. Это все? Я уверена, что мы что-то забыли. Конечно, мы забыли шляпу. Папа! Мы забыли папу! Да, мы забыли папу! Что? Что? Папа, мы чуть не забыли тебя, но Джордж вспомнил про тебя. Я рад, что Джордж вспомнил про меня. Авторы сценария и режиссеры Марк Бейкер и Невил Эстли. Композитор Джулиан Нот. Продюсер Фил Дэвис. Фильм дублирован творческой группой студии «Арт-дубляж» в 2005 году.